что. Я вам поэкономлю. Привет. А есть сумма? Привет. Да. А чё я ему должен в личку писать? А ты вот напиши, узнай, кто это. Может быть, смекнёшь, в чём проблема. Ему написать, кто ты? Можешь в Дискорде спросить. Он здесь он присутствует. Кейси, а кто ты? Короче, давай по бафам аутизм Протова, Сан Каски, Убивантус Хулаки и... Давай Луцин Т-300. Окей. Ты знаешь, вроде спросил, молчит. Ну, может, ты его засмущал? Наверное, может, потерялся? А, это случай не тот гладиатор, который ты говорил, или что там это вроде? Нет, это не гладиатор, это наш старичок. Я вот так тонко намекну, кто это может Вот это самое страшное. Я еще нет, я хилю. Ну, давай побав. Кто-то кресты уже дал. Кресты дал я. Второй фоллинг дал. Окей. Думал, сейчас отлипнет. Уже пошел. Сбоку сагрили. Ну, лок, но аккуратней будь. Сорян, сорян. Что такое?
Замой просто и все. Мешает. А чё ты? Ловушки обезвреживаешь, что ли? Да. Вообще, я слышу, только ты там нажимаешь. Можно настроить дискорд так, что не будет даже этого слышно. Но сложно. Можно, но сложно. Можно оверлей поставить, и ты будешь видеть тех, кто говорит ерунду. Кстати, у меня почему-то этот оверлей наебнулся. Почему-то не показывает. Почему это ерунда? Это не ерунда. Короче, сейчас я включу спам на одного ДД. Ну он... А, он нет, нажал. Он просил его сумануть, но у нас Рога в рейде, 25-й, и он не может прилететь сюда. Ну тут Рога на одного босса, да. Да я могу уступить, мне здесь ничего не надо. Но это танк, правда. Аутизм. Нати рыбу. О, наконец-то, всем привет. Да. Как собаки. Ну, окей. Мне с него, по сути, только бринтуэль на PvP, но не особо, пофиг. Да. Я тогда перекурю быстренько, пойду тогда. Я перекурю быстренько минуту. Да. Hero. Балда. Там хант стоит в огне, его бы разбил. Я смотрю, у тебя хорошее настроение. Ты быстро поставил?
Чек не личку воет. Ну давай пока ретрика, может, о нем нет. Я это сейчас дублирую. А, кстати, куда написать там еще ролик куда-нибудь? В рейде? Ну, пиши в PM просто или войду. Давай в DC ебану, я вижу. С левой стороны встаньте. Ну, пиши в DC. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Все правильно отображалось. На мир пало проклятие слепоты. Вам удалось пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Ну, скрипты, реликвии. Не подходите, ребят, помощник Йоги. Эрики, не вообще не подходите. ДК, ты смотри, можешь вот сюда завести, и он прибежит, смотри. Ну просто, чтобы не стоял там в проходе, чтобы милики могли депсить. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Отойдите. Элики, не подходите. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его, кто волю. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Ставьте петов на бездействие, пожалуйста. Сразу съебнулся. Хорош. В рейд его. Ну что, убили? Да, да, да. Угу. Что хоть упало?
Можно будет только баф попало. Я что сдаю всем. Таунт нажми. Я справа. Сзади моба погрипайте ДКшник. Танк слева. Да боссом кто таунтит? Слева, трэш. Контроль 5 секунд. Баблин, бля. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Довольно. Сзади трэш наебывает прям жестко. Лишний трэш, да. Есть? Дух сзади. Дед мели. Живи нахуй. Это было близко. Я стопом. Ее, красавчики. Плюс Хонор. Лут не поменял. Да, блин, дерьмо тут упало. Неизбежно. Нет. Можно пылить. Комбат висит. Вставайте сами там. А, вот сюда. Эти лапы. Синдера.
Если чё на распыл, не кидай. Сначала распыл, а потом спрашиваю, кому надо ещё, да? А, полетаешь, надо корабль на своём сказать. Угу. Да. Будьте добры каску Пауэром. Спасибо. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Вон, садись, Лок, вот в крайнюю справа. И кто-то вот сюда. В третью. Могу пострелять. Вы видите, что это там вдалеке? Он там Ретрик стал. Боевой корабль Альянса, все на палубу. Пушки, кто не знает, до 90 набираете однёркой и двойкой разряжаете. Не надо 1-2 получить. Бывает. Блад ДК могут по пушкам мастерию дать. Я на фул вряд ли простою полностью там, ну, зависит от хила. Я могу там попрыгать просто этот, постакать. Да я мага 4 могу. Думаю, простоит, чё? За 4 мага-то убьём. Ну, я могу освободить, вся и кто-то другой. Ты в какой сидишь? Третий. Это ближняя к гоблину, да, получается? Вторая от гоблина. Прыгаю возле нее. Я понял. Я залезу. Можешь хилить. Заморозка 2. Квартирщики, заряжай! Следующий давайте. Кастинг сделаем сейчас. Давайте после мага обратно, ребят. Охуенный миф, не знаю что. Внушите, внушите. Да он его еще не скоро сложит. Да он спокойно стоит. Там 50 стаков, а пол хп, не знаю. Лайпаться на кораблях, то есть. Заблудился.
Это можно... Там можно просто вниз прыгнуть с корабля, и тебя портнет. Если чё. Давай, давай. Корабль, скажите, когда там. Взорвете? Да. Да. Успеют, должны. Давайте, разряжай. Изи карту, да. Его сейчас портнет. Не, он встал. Неудачник. Сейчас, ну, воля палом нельзя кролить? Нет. А чё я выхожу? Дайте шкаф. Пальтонулся. Помойки писали то, что анрола нет. Анрол только осколки и бое. Я так, на всякий случай. Фростя. Сила и честь. Коркран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лет только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Я, кстати, эту хуйню не увидел, то, что один анрол писал. Рыбу ешьте, кто не ел. Умирал. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Ну, 20 даш. Я исполню это обещание. Сладкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно имя короля Лича? Геру. ДК Таунт. ДК Таунт Мурадина. Вайсор Фанга.
Таунт. Что-то все кучно стоят. Ну да. По скаде 22 пишешь? 22 пишешь? Да, по скаде 22. О, найс. Две печеньки. Нужно подойти поближе. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Все, вы анролите наручи? Угу. Суд, да, окей. Ну, самый бесполезный анрол какой может быть. Тоски? Ну да. Тоски очень хорошая шмотка. Ну не знаю. У нас сова слакает. Что такое за урон маленький-то? Я уже тут. Опять вообще имбалансная хуйня. Очень огромный порог между Т10 и Т5. Колоссальный просто. Что там в 10к разница? Да, ну десятка это немало. Это целый человек. ШП в Т10, блядь, 15 через жопу давал. То есть если повезет на проклят. Вовремя.
Ну да. Йова. Нет, там откинуло с игры. Сам мне тоже нормально, значит люди жалуются. Это не за ДБМ, это за сервер, в принципе. Я рисую. Рок обезвредил, пошлите. Маги, дайте стол. Поставь долог, тотемы прям в босса. Пожалуйста. Это нормально. Нет. Если у него, конечно, там оков земли не стоит. Пау, скажешь, когда там забрать на схисток? Ну, после 8 так, да, у него забирать? Две споры, мили. Пёс сутулый. Блевот он, блин.
Ясно, понятно. Ну как у Фуриков с победным ражем. Ну, у меня, считай, кровотечение столько же натикивает. Так, народ, не сбегайтесь больше, дамажьте. Только две из мили выносите по одной. А есть АТ? Нет. Кастом стоит. Ну вот эту хуйню. Так, от услуга отказываемся, ребят. Моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Хорош стакать там с лутером. Давай трейдкин. Она уже не передается. Когда ты забираешь, она не передается. Она персональнее становится. Да-да. Я Хейден. Чисто не знал, что она персоналка. Сорян, ребят. Да-да-да, висит, конечно. Спасибо. Мой вар, походу, залагал. Сова, ну ты чё, блядь? Нет, в смысле, я не лагаю. Я говорю, мой вар, мой кинтофурик залагал. Фокси, Берри, ДЦ. Он за дверью, я не смогу. Понял. Накручивает. Он на хиссак взрывается. Да лок, ставь тотемы. Где на хосту? Бро, забери большого. Дай на 35 геры вот сейчас. Давай.
Пятый стак. Я залагал. Благодарю. Девочка, надо перезайти. Блять, Тон, таунт нажимаешь? Так, да у меня ж Т4, я бью им, я и так стараюсь не лупить им. У меня Т4, ой, Т5 очень жестко лупит из руля. Объект упал. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в Слизи. А, да, с гнилого, походу, валяется в банк. Потрясающе. А ты ж второй хотел отдать, не? Да. Одна кровь, как чемодан без ручки вообще. Чё, профан сразу вентиль. И дам. Вентиль крутните. Вентиль никто не крутанул. Да, вентиль никто не повернул там. Паладин, нажми. А, нажали. Вообще, ребята, я перезарю быстро. А где там ДК, не резнули? Дискон? Резнули. Дискон или что? Или это только у меня зависло? Ну, понажимай что-нибудь. О, все отлагало. У меня что-то интернет пролагал.